Всем привет, народ. Приехали мы по зайчику. Отец поехал, сейчас машину поставит. Тут вот попадал сейчас следочек. Шум в пятку, он уже ткнул даже его. Вот мы прокатились, поехали покуниться. Покуниться удачно. Тоже я выложу потом. Ну и в общем... Вот решили сейчас по зайчику попробовать. Тут вот трава, квартал заросший. Спрошка сюда в посадке. Шумка, он может сейчас раскрутит ее. Думаю, здесь где-то должен быть. Пусть идет, пока сама поищет. Потропит, так скажем. Под утро ходил на лёжку, я думаю, может, даже посадка здесь и лежит. Ищи, ищи там. Ищи там, ищи. Шум мимо прошел. Иди, ищи, вот, ищи. Давай, заходи, заходи, заходи. Отсечь от трассы. Ага, подняла. Туда пошел. Вот какой. Вот вышел, походу, вот здесь он. Да. Вот вышел. И на нашу дорогу. Шумка, он 500 метров ушла. И потеряла, походу. Да, назад идет 250. Сейчас сам резану. Здесь накатан, следов много. Ну, думаю, найдем сейчас. Спрыгнул сюда, что ли? Да. Посадка. Вот какой. Ну, в принципе, о чем я и говорил. Спрыгнул в поперечной посадке опять и в сторону трассы пошел. Ага. Вот он вылетел. Туда прошел. Вот назад. И вот спрыгнул. И пошел. Ну, забежал здесь, перешел на ту сторону. Может быть, тормознулся, лежал. Не знаю. Сейчас там посмотрю. Может, и спрыгнул здесь, остался, дошел до трассы и назад. Не знаю, посмотрим сейчас.
по спрыжке пустил. Подняла. Прыгнул, может. Ага, спрыжка, походу. Вниз туда пошел, выйдет, где машины у вас стояли. Ага. Вот в подсолнухе спрыгнул, до меня немножко не дошел. Гляди, к тебе сейчас пойдет. Давай. Немножко до меня не дошел. Есть. Вышел на отца. Короче, в общем и целом, зайца ранил. Хорошо, говорит, прям сидит. Не убегает даже. Ну, где-то суд его сейчас нужно будет. Спрыжку-то неужели ж я не дошел еще до нее? Прошел мимо, что ли? Он, отец его, наверное, добрал, не успел камеру включить. Ну, наверное, еще не добрал, раз побежал. Сейчас, надеюсь, добрал. Добрал. Вон вынес.
Че, в посадку лег, да? Видишь его прям? Прям видишь его, да? А вторым че ж? Сейчас убежит, сука. Ну, боже.